Настало время узнать о погоде на территории Верхнеуральского района в эти праздничные выходные. По данным интернет-сайта Гисметео, в субботу 8 января температура воздуха утром минус 14, вечером минус 12. Ветер юго-западный 4 метра в секунду, переменная облачность, местами снег. В воскресенье 9 января утром минус 13, вечером минус 9. Ветер южный 4 метра в секунду, пасмурно, небольшой снег. Начинайте возвращаться к рабочему ритму, но подарите подарки тем, с кем еще не увиделись. И смотрите ВТВ по телевизору или на официальных сайтах, адреса которых вы видите на своем экране.